Меня зовут Анна. С 2001 года у меня диабет второго типа на таблетках. В течение этого времени принимала таблетки Амарил и Глюкофаж за последнее время. Как только начала пользоваться, в течение месяца уменьшила дозу таблеток. Амарил на 1 мг принимала 4 мг, то есть на треть, и Глюкофажа на 1000 мг. Принимала 3000, сейчас тоже на 3. А какую продукцию принимали? Значит, принимала эликсир Феникс, три драгоценности Феникс, линжи и сюичинфу. А, еще кальций. То есть практически... Это за какой период? В течение 2 месяцев. В течение 2 месяцев. Маленькими дозировочками, да? Да. Сейчас... Еще принимаю продукцию, потому что и нравится продукт, и есть другие проблемы, но сахар снизился на 2 единицы стабильно, то есть выше 8 теперь не поднимается, не было ни одного раза. Это в течение всего дня, то есть мониторинг ведут постоянно. А был какой? Больше 10? Был больше 10, было 12. Бывал 12, но это редко, а так был больше 10. Сейчас, во-первых, самочувствие лучше. И начинала еще продукт малыми дозами и потихоньку увеличивала, потому что боялась, что будет гипогликемия из-за того, что давно диабет. И поэтому нужно потихонечку начинать. По диабету. Другие результаты надо? Ну, если еще есть, расскажите. Еще есть сейчас. Похудела на 4 килограмма. Вот. И от пояса очень хороший результат. Ну, это есть, значит, машину вытягивала из грязи, сорвала позвонки. Буквально за 2 дня боль ушла полностью. Но боль была очень сильная. Ну, понятно. Вот с большим поясом. Спасибо. Пожалуйста.